Всем привет! Сейчас я покажу, где и как скачать последнюю актуальную версию Green Disk. Ну и также покажу, как правильно распаковать архивы с ним. Чтобы скачать последнюю версию Green Disk, нужно, естественно, перейти на официальный сайт его разработчика installsoft.ru. Переходим. Так, мотаем вниз и видим раздел, посвященный гриндиску. Заходим в него. Так, видим тему, в названии которой присутствует слово «скачать». Значит, это тема с последней версией. Темы с неактуальными устаревшими версиями, они закрыты, напротив них крестик. И там нет слова «скачать», так как эти версии к скачиванию уже не рекомендуются, так как они не актуальны. Так, переходим к скачиванию. Открываем тему с последней версии Green Disk. На данный момент это Green Disk Imperator 12.1. Так, здесь мы видим описание, скриншоты. И вот тут ссылка на скачивание. Также указан пароль на распаковку. Он нам пригодится, поэтому запоминаем его. Раз, два, три, четыре, пять. Ничего сложного. Так, переходим к скачиванию. Видим перед собой 15 частей архивов. Вот нам нужно их все скачать. Скачиваем их все. Я не буду скачивать, они у меня уже есть. Так, после того, как вы их скачаете, увидите перед собой вот такие вот файлы. Теперь нужно распаковать. Так, прежде чем распаковать, приостановите защиту своего антивируса, иначе он некоторые файлы угробит, которые он ошибочно принимает за вирусы. Это всякие кейгены, кряки, какие-то хакерские программы, программы для шпионажа и так далее. Поэтому лучше защиту антивируса приостановить на время. Приостанавливаем защиту и кликаем правой кнопкой мыши по файлу Green Disk Imperator Part 01 по самой первой части. Так, и теперь извлечь в текущую папку. Появилось вот такое окно. Здесь нужно ввести пароль. Раз, два, три, четыре, пять. И нажать кнопку ОК. Все, он начнет извлекаться. Я извлекать не буду, это долго. Вот. После того, как все извлечется, вот эту папку добавьте в исключение к антивирусу. Как это сделать, я покажу в Касперском. В других антивирусах вы можете в интернете найти, как добавлять в исключение. Так, здесь щелкаем настройки. Дополнительно. Угроза исключения. Настроить исключение. И здесь жмем кнопку «Добавить». Так, выбираем. Так, у меня он находится здесь. Все. Исключение мы настроили. Теперь можно закрыть. Так, после того, как все извлечется, вы добавили его в исключение, теперь можете пользоваться Green Disk'ом. Для этого просто запускайте вот этот файл зеленым значком.